Вот такой вот вам хочу сделать раскладик на три варианта, что блокирует мои деньги, что блокирует приход денежных средств вам, что блокирует приход денежных средств вам. Давайте посмотрим три варианта. Так, первый вариант, что блокирует, второй вариант и третий вариант, что блокирует приход денежных средств. Так, первый вариант. Первый вариант. Ну, блокирует состояние, смотрите. То есть какая-то ситуация, которая она уже завершилась. Ее нужно отпустить. То есть идет состояние завершения. Десятка мечей – это завершение. Но вы до сих пор находитесь в этих энергиях. То есть ее нужно отпустить. После завершения всегда начинается новое состояние, понимаете? То есть из-за того, что вы держитесь за какую-то ситуацию, которая она уже по сути закончилась, но вы еще ее где-то ментально, где-то внутри вы ее еще держите. И поэтому вот это вот, она блокирует ваши деньги, не дает вам поступать то количество денег, которое должно к вам поступать. Так, второй вариант. Здесь идет воспоминание о прошлом. То есть прекратите висеть в прошлом. Понимаете, то, как было раньше, уже не будет. Уже не будет ни сейчас, ни в будущем. То есть здесь ситуация уже изменилась, поэтому прекратите зависать в прошлом. Когда вы висите в прошлом, вы блокируете свои финансы. Понимаете? Смотрите на настоящее, смотрите на будущее. Прошлое отпустить. Третий вариант. А по третьему варианту здесь не хватает как энергии. Не хватает энергии на деятельность, на, вот знаете, не хватает огонька, чтобы вам огонек этот восстановить. То есть либо вам нужно найти какую-то идею, которая будет вас зажигать на действие, либо вам нужно отдохнуть. Тут уже у каждого свой будет вариант, то есть посмотрите, да. Но вам не хватает какой-то вот энергии, не хватает этого состояния зажигалочки, да, для того, чтобы пошли денежки в большем количестве. Вот так.